Приветствую, видеоблогер Екатерина Снытко и моя Монстера. Прошел год с момента обмена Пекан на Монстеру. Но Монстера, конечно, была в плачевном состоянии. Посмотрите кадры. Ко мне попала Монстера вот в таком состоянии. Видите, ее листья. Но любовь, забота, уход привели вот к такому результату. Здесь находятся три черенка. О черенках у меня есть фильм, можете посмотреть. Монстера выглядит, как мне кажется, очень хорошо. И вот сейчас я посмотрю, почему не раздваиваются вот эти листья. Откуда пошла эта ветвь? Смотрите, это основное растение. От него были обрезаны еще два черенка. Вот этот. Вот он, видите? И вот этот. Но на этих двух черенках, посмотрите, листья резные, красивые, молодые. Вот такие красавицы. А на этом получается, что еще не хочет резаться. Значит, сам корень еще не такой сильный. Вот внизу, в самом кашпо, видите, очень много росточков. Я рассказывала про руэлью, и вот как выглядят эти ростки. Конечно, оставлять их все никак нельзя, но жду, может, кто-то заинтересуется, потому что рассаживать уже просто нет места. Вот так вот выглядит монстера. Я довольна. Высота где-то 1,5 метра. Все три черенка выглядят прекрасно. И что ж, надо ей искать место. Но сразу хочу сказать, если растение растет хорошо, кардинально менять место ни в коем случае нельзя. Надо потихоньку подвигать то место, куда вам надо. Но если растение мучается, вот тогда меняем ему место кардинально. И вот решила я установить монстеру вот здесь. Единственное, что нужна будет опора, потому что, видите, стремительно идут вверх. А куда им опираться? На что цепляться? Поэтому, конечно, нужно будет подумать про опору. И вот эти корни постепенно пускать в горшок для укрепления, для укоренения. Надеюсь, что это место монстере понравится. Здесь у меня тоже зеленый уголок. Вот такая вот красота здесь. Видеоблогер Екатерина Снытко. О монстерах у меня еще есть фильмы. Если вам это интересно, заглядывайте. Оранжерейка находится в Криково, Молдова. Всего доброго!